Как связать широкую кайму крючком для обвязки для нижнего края топика или туники? Сначала вяжется основное полотно, а потом вяжется широкая кайма. Перед вязанием каймы можно немного добавить петель. Для этого в последнем ряду каждую десятую, например, петельку провязывать два раза. Сначала выполню группы столбиков с двумя накидами, три столбика с двумя накидами. Да, сначала последний ряд тоже закрыла, так как помните, на лямках закрывала. И вот дальше две воздушные петельки, два столбика пропускаю и снова три столбика с двумя накидами. И так обвяжу весь низ топика. Количество петелек у меня должно делиться на 30, потому что в рапорте вот этой обвязки 30 столбиков. И вот при переходе от одного, от тунисского вязания к обычному, когда вот я вязала, обвязывала столбиками без накида, я подогнала количество столбиков таким образом, чтобы оно делилось на 30. Если у вас немного не хватает столбиков, можно из одного вывязать 2. Если лишнее, то 2 провязывать вместе за один прием. И вот у меня первый ряд связан. Я буду вязать поворотными рядами. Перехожу ко второму ряду обвязки. Вязать буду по кругу. И удобнее начать вот с этого участка, который выделен у меня зеленым цветом. Я свяжу 6. Так, сколько здесь? 6 столбиков с двумя накидами. Под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. И вяжу дальше по схеме. 8 воздушных петелек. Одну цепочку из 2 воздушных петель в предыдущем ряду пропускаю и под следующую провяжу 3 столбика с одним накидом. Дальше в каждый столбик по столбику с накидом. Их тоже 3. Под следующую цепочку продолжаю вязать 3 столбика с накидом. Дальше снова по одному столбику с накидом. И 3 столбика с накидом под следующую цепочку из 2 воздушных петель. Снова вот у меня такой фрагмент получился плотный. Снова 8 воздушных петель и повторяю 6 столбиков с двумя накидами. Под вторую цепочку из 2 воздушных петель. Вот одну я пропустила в предыдущем ряду.
второй ряд довязала до конца, соединила вот с первыми столбиками и при помощи соединительных столбиков вышла на середину вот этой группы столбиков. Вязание повернула, я вязала поворотными рядами и подняла вверх на 3 воздушные петельки провязала и еще 2 столбика с двумя накидами под на каждом столбике предыдущего ряда. То, что показано на схеме зеленой стрелкой. Дальше снова 8 воздушных петель. Два столбика вот на большом этом фрагменте отступлю. И в следующие столбики провяжу по одному столбику с одним накидом. Каждый столбик предыдущего ряда. Вот это последний столбик, один столбик не довяжу. И снова цепочка из 8 воздушных петель. Сейчас свяжу 3 столбика с двумя накидами в каждый столбик предыдущего ряда. Воздушные петельки и еще 3 столбика с двумя накидами. Я буду продолжать вязание. Снова цепочка из 8 воздушных петель, столбики с одним накидом и так до конца ряда. Соединяю конец ряда с началом при помощи соединительного столбика и вяжу 4 ряд. 3 воздушные петельки для подъема. Поворачиваю вязание. И буду вязать снова 6 столбиков с двумя накидами под цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Две воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами в каждый столбик с двумя накидами предыдущего ряда. Дальше снова цепочка из 8 воздушных петель.
и два столбика пропускаю, вяжу столбики с одним накидом. На этих столбиках предыдущего ряда тоже как в предыдущем ряду, только здесь столбиков становится еще меньше. Я столбики даже не считаю, потому что если вначале было связано правильно, то и здесь будет верное количество столбиков. Два столбика не довязываю цепочкой из 8 воздушных петель, и вот столбик с двумя накидами на первом столбике с двумя накидами, и всего 3 таких столбика с двумя накидами. Дальше 2 воздушные петельки и группа из 6 столбиков с двумя накидами на цепочке из 3 воздушных петель. Две воздушные петли и столбики с двумя накидами на столбиках с двумя накидами предыдущего ряда. Снова 8 воздушных петель. И продолжаю вязание до конца ряда. Снова соединяю начало и конец ряда. И вяжу 4 воздушные петельки для подъема. Еще 2 воздушные петельки. И столбик с двумя накидами на столбике с двумя накидами предыдущего ряда. Дальше снова 8 воздушных петель. И 4 столбика с одним накидом на группе вот этой из столбиков с накидом. 2 столбика вначале пропускаю и вяжу 4 столбика. Ну и дальше вязание повторяется. Снова 8 воздушных петель. Три столбика с двумя накидами на 3 столбиках предыдущего ряда. Две воздушные петельки. Вернее, 3. И 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. Так, 3 воздушные петельки. И вот один столбик в тот столбик, что провязан был раньше. И еще 2 столбика с двумя накидами. То есть в середине у нас получается на одном столбике
провязаны 2 столбика. Снова 3 воздушные петельки и 3 столбика с 2 накидами в каждый столбик предыдущего ряда. Соединяю вязание, поворачиваю и начинаю вязать 6-й ряд. При помощи соединительных столбиков я выйду на середину вот этого фрагмента и буду вязать опять группу из 6 столбиков с 2 накидами. Схема очень удобная, здесь четные и нечетные ряды показаны разными цветами, так что можно легко ориентироваться. Шесть столбиков с 2 накидами. Две воздушные петельки. И 3 столбика с 2 накидами на каждый столбик предыдущего ряда. Дальше 3 воздушные петельки и 3 столбика с 2 накидами на следующей группе и столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Восемь воздушных петель и один полустолбик между вот этими 4 столбиками предыдущего ряда. Снова 8 воздушных петель. И 3 столбика с 2 накидами на 3 столбиках вот с первой группы из 3 столбиков с 2 накидами предыдущего ряда. Две воздушные петли и снова 3 столбика с 2 накидами на каждом столбике предыдущего ряда. Так, там надо было 3 воздушных петли. Две воздушные петли и 6 столбиков с 2 накидами на цепочке воздушных петель предыдущего ряда. Это вот серединка фрагмента. Две воздушные петельки. Снова 3 столбика с 2 накидами на столбиках предыдущего ряда.
3 воздушные петли. Так, и снова 3 столбика с двумя накидами на столбиках. С двумя накидами предыдущего ряда. Ну и дальше 8 воздушных петель. И полустолбик между четырьмя столбиками. 8 воздушных петель. И снова будем вязать этот большой фрагмент. Так до конца ряда. Соединяю начало и конец ряда. 2 воздушные петли соединительным столбиком. Выхожу при помощи соединительных столбиков на середину вот этой группы. Это 7 ряд. И вяжу цепочку воздушных петель. 4 петельки для подъема. Дальше столбики с двумя накидами. 2 столбика на каждом столбике предыдущего ряда. Три воздушные петли. Три столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. Четыре воздушные петельки и вот эту группу. Вернее, вяжем всего один столбик с двумя накидами на среднем столбике предыдущего ряда. Дальше 5 воздушных петель. И снова один столбик с двумя накидами на втором уже фрагменте. Вот так у нас получается. Снова 4 воздушные петельки. Сейчас уже вяжем группу из 3 столбиков с двумя накидами. Этот ряд, по сути, является первым рядом в раппорте, который можно повторять нужное количество раз. Снова 3 воздушные петельки, 3 столбика с двумя накидами на каждом столбике предыдущего ряда. Три воздушные петельки. И вот первый столбик я вяжу в тот же столбик, который провязала только что. И еще 2 столбика с двумя накидами на каждом столбике, то есть по одному столбику на каждом. Снова 3 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами. Четыре воздушные петли и один столбик на средний столбик предыдущего ряда. Столбик из 3 групп.
снова 5 воздушных петель. И столбик с двумя накидами в средний столбик. Соединяю вязание, переворачиваю и начинаю вязать 8 ряд. Сначала 4 воздушные петельки для подъема и вместо первого столбика и 6 столбиков, вернее 5 уже остается, с двумя накидами. Дальше 2 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами на 3 столбиках предыдущего ряда. Снова 3 воздушные петельки. И 3 столбика с двумя накидами на 3 столбиках предыдущего ряда. Дальше я вяжу цепочку из 6 воздушных петель. И столбик без накида или даже притяжка соединительной под цепочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. И снова 6 воздушных петель. Затем 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. Продолжаю вязать этот фрагмент. Снова 3 воздушные петельки и 3 столбика с двумя накидами на столбиках предыдущего ряда. Две воздушные петельки и группа из 6 столбиков с двумя накидами на цепочке из 2 воздушных, из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петельки и продолжаем узор. 3 столбика с двумя накидами в каждый столбик предыдущего ряда. Три воздушные петельки. Снова 3 столбика с двумя накидами. Ну и дальше цепочка из 6 воздушных петель, соединительный столбик. На цепочке предыдущего ряда снова 6 воздушных петель. И продолжаем вязать до конца ряда. Последние ряды, 7 и 8, повторяем на нужную длину. И вот у меня уже тупик готов.
Осталось только обрезать. Такой вот узор получился. Один ряд столбиками без накида и с выполнением пико. Я их расположила вот в этих местах. Немножко не по схеме. Вы можете расположить, как вам хочется. Можно вообще без пико. Сейчас немножко покажу, как я это делала. Вяжу столбики с накидом на прямо вот на цепочках, на воздушных петель. И на каждом столбике предыдущего ряда. И вот на столбике выполняю пико. Три воздушные петельки и соединяю с первой петелькой, вернее со столбиком. Получается такое вот колечко. Снова вяжу столбики без накида. Я вязала столько столбиков, сколько петель цепочки. И снова буду вязать пико. Три воздушные петельки. И возвращаюсь к столбику с накидом, на который они вяжутся. И провязываю соединительный столбик. Захватываю рабочую нить. И провязываю через столбик. И через воздушную петельку. Пико готово. Вяжу дальше столбики без накида. Здесь вот свяжу пико на среднем столбике. Столбик без накида. Три воздушные петельки. И соединяю со столбиком. Таким узором можно связать широкую кайму к топику, тунике. Можно связать всю тунику этим узором. А можно связать и палантин.